Ребенок не собственность. Под таким девизом у посольства Норвегии сегодня прошла совместная акция молодогвардейцев и движения «Русские матери». Активисты выступают в поддержку российских матерей, которых заграничные органы опеки после развода с мужьями-иностранцами разлучили с детьми. Посольство Норвегии выбрано не случайно. В этой стране подобное происходит довольно часто. Один из последних примеров – случай матери, которой на протяжении 8 месяцев не разрешают поговорить со своим ребенком даже по телефону. Мы предлагаем все-таки создать какой-то орган, регулирующий взаимодействие наших стран в данных вопросах, потому что это уже 15-й случай, только известный. Причем не все случаи мы знаем, потому что некоторые родители могут очень редко встречаться с детьми, и они просто не заявляют о своей позиции, чтобы вот эти редкие встречи, даже их, им не запретили.